Спасибо, добрый вечер. Команду «Акбарс» Михаил Хайдарович с победой. Я считаю, заслуженной. Сегодня нам был хороший урок. С каким напором нужно играть. И вообще, эта серия, которую мы прошли в ноябре, она очень много пищи для размышления, для анализа, для будущей работы. И, в общем-то, для ребят это тоже хороший урок. Хочу сказать, что ребята старались и пробовали до конца переломить ход встречи. Немного не хватило нам быстроты, соперник был более агрессивный, более быстрый в этом матче. Заслуженно победил. Ну, будем работать дальше. Команда подсела во втором периоде, даже в раскамбу еще 17-7. Это следствие весной серии, которая уже вообще заканчивается, и просто не хватило сил? Или в чем дело? Ну, знаете, я не сторонник искать какие-то причины, почему можно так оправдываться бесконечно. Для того ребята и профессионалы, и мы готовим, чтобы выездные серии, домашние серии приводить на достаточно высоком уровне. Действительно, сегодня нам не хватило быстроты. Это, я считаю, заслуга соперника, который навязал нам такой мощный прессинг, и не все справлялись. Это уже заслуга соперника. Еще можно вопрос по составу. Сегодня не было Виктора Тихонова, это первый вопрос. И по поводу Динара Капизулина, он не играет уже с конца ноября, у него травмы или просто вы не видите в составе? То есть... Нет, у обоих игроков травма, к сожалению. И у Динара, и у Виктора они находятся в списке травмированных. Поэтому сегодня их участие, они участие не принимают.